Всем привет, вы находитесь на канале Fazgur TV, добро пожаловать в Made of Scare. Мы с вами продолжаем бродить по отелю, смотреть на местных не постояльцев, а работников. Это все местный персонал, и они пытаются нас убить, к сожалению, но так получилось. У нас есть цилиндры, которые нужно собрать, и поэтому мы сейчас продолжаем исследовать немного более опасную версию первого этажа. И вот тут, судя по карте, что-то лежит. Давайте мы туда сходим, посмотрим, что это. На всякий случай возьму я в руки вот эту штучку. Потому что здесь немного опасные такие окружения. Не знаю, что там такое может быть. И может это быть что-то, что мы... пройди, пожалуйста, пропустили. Оказывается, что я вообще пошел не туда. И это находится вот здесь. Слушай, это вообще... здесь или нет? Потому что если нет, то я не совсем понимаю тогда, куда нам идти. Это... отель Скер, клево. Но это не оно. Так, в таком случае давай думать, куда пойдем. Потому что это был мой единственный, на самом деле, способ куда-то пройти. Потому что у нас появился... давай, ключ. Ключ к Тулху. Он называется здесь не так, но это ключ к Тулху. А, в подвале замков с ним нет. На первом этаже все замки с ним я открыл. Этот нет только потому, что он, получается... ну, короче, он к этому не готов. Ну, он не важен, это просто проход. Здесь находится скелет с ключом. Может это быть второй этаж? Вот я не понимаю. Но это же первый этаж у меня карта. По идее, не должно быть. Можем попробовать сходить вот к этим... вот к этим... что там, к воротам. Но они открывают... может быть, если я вставлю первый цилиндр, они откроются. Может быть, я смогу открыть их и так. Но тут просто способы-то я не вижу. Типа вот я подойду и что? Ну да, ну как-то не так. Но тут есть лифт, который, скорее всего, нас выведет на второй этаж. А может быть и на третий. Давайте попробуем пойти вставить цилиндр. Опа. Сопротивляться песня. Еще у нас есть головоломка с пивными рукоятками этими, которые не совсем понятно тоже работают. Никаких подсказок к ним пока что нет. Вставить я ничего вставить не могу. Можно зато поиграть и умереть здесь. Потому что вот эта вся орава на меня сразу сбежится. Интересный момент у нас с вами получается. Притом, второй цилиндр здесь абсолютно ни на что не влияет, то есть даже если бы я его все-таки каким-то образом достал мистическим, если это возможно, это нам абсолютно ничего не даст. Но в таком случае есть у меня мысля, что в подвале ничего нет, да? Тогда есть у меня мысля, давайте, наверное, двигать в сторону опять, наверное, иди отсюда, пивных рукояток. Просто видите, мы находим большое множество головоломок, которые не можем решить. Так, если что, эти твари умеют открывать двери. Так что стрематься их стоит. Определенно. Потому что это единственное, что я тут вижу. Может быть, все-таки тут что-то лежит. Я просто кашлять здесь буду. Ну, как бы... предметы, взаимодействия... вроде нет. Не понимаю. Эта дверь закрыта. В этой комнате тоже вроде как... но я точно это не могу открыть никак. А куда это ведет? Ну это, кстати, вот помогло бы мне сейчас. Но не, видишь, не открывается. С другой стороны тоже. Так, тогда давай думать. Я могу их куда-то сбагривать, но это, опять же, не имеет смысла. То есть они тут просто ходят, и в целом меня это абсолютно устраивает. Ну да, какие могут быть комбинации? Просто абсолютно ведь рандомные, как бы, ну... эта дверь...
сама открылась или как? Просто здесь может быть реально комбинации бесконечное множество. Можно забрутфорсить. Но это будет долго. Какие самые очевидные комбинации могут быть? Типа 3, 1, 4, 2. Один, четыре, два, не знаю. Не, ну это не так делается, понятно же. А, смотри, собака. Домик. Дракон и королева. Вон она. Я же говорю, подсказки просто, они не совсем на виду. Так, а тут кто-то ходит или что, я понять не могу. Вот ты мразь, и куда ты пришел? Я же говорю, дверь я не открывал. Вот ты псина, конечно. Сиди теперь думай, а не было ли, блин, на втором цилиндре какой-то тоже подсказки? Ну, кстати, может быть. Не знаю. Че, вернемся к цилиндру, посмотрим. Мне просто кажется, что... Странно это все. Но можно попробовать. Мы, в принципе, сохранение это тут достаточно близко. Не, мне кажется, что... Должен был я все-таки его забрать. Потому что в саду... Это единственное, что мы не сделали в саду. То есть все остальные двери, всякие такие штуки, они были сделаны, разблокированы. Причем тут, наверное, даже пробежаться-то можно будет сейчас. Так что не знаю. Мне кажется, что... Просто я не видел там никаких прям подсказок. Вот честно. И в записках я никаких подсказок не видел. И в принципе нигде никаких подсказок не видел. Но может быть... Ой, что это опять было? Ну, может быть, опять же, там что-то есть. Меня это прям вот сильнее всего напрягает. Давайте вернемся, Лиза, с собранными цилиндрами по карте. В конце концов, можно попробовать любые комбинации. Просто там в этом-то и прикол вот этого момента. Там речь идет немного не о комбинациях. Там речь идет скорее про то... Бля, там фигурка где-то валяется. Ай! За что так больно-то? Я извиняюсь, тут теперь зак... Не туда пришел. Да ладно, ты успел меня поймать? Ну хорошо. Я просто немного заблудился. Я забыл, что мы не по прямой шли. Типа... Там могут быть разные комбинации, но просто оно же вообще там работает странно, правильно? Не, давайте хрен с ним. Давайте тогда... Сейчас опять просто здесь разберемся. Так, я сейчас пойму, где я еще раз. Ага. Давайте сначала тут. Если оно останется последним, ну, значит, просто в тот момент я что-то не доделал. Может быть, нет. Сейчас увидим. Мне в целом никто не мешает собрать все штуки, типа, сейчас... Проблема в том, что зря, наверное, сюда встал. Хотя не на... Валяй отсюда. Никто не мешает вернуться туда чуть попозже. Просто, мне кажется, это вот единственное, что мы не сделали там. И это можно все-таки как-то реализовать. Ну, либо нет. Типа тут недалеко. И куклу. Ну, про куклу, не знаю, вспомню я или нет в процессе. Такой момент тоже неочевидный. Да, противники, конечно, здесь прям ни о чем. Типа вот они ходят, что-то делают. Слушай, а это разве не та лестница, которая ведет в пещеру прям? Какая-то другая, хотите сказать? А, она наверх идет. Мы сейчас на второй этаж попадем, судя по всему.
Потому что, видишь, сколько бы противников тут не было, они ничего мне сделать не могут. Но мы еще прям вот face-to-face не встречались с главарем. Ну, не главарем даже, скорее, головорезом я бы его назвал. Судя по размерчику. Это второй этаж, и на втором этаже есть цилиндр. Карту на проекторе мы видели, где находится цилиндр. Ну, по карте я помню. Поэтому найдем карту, все будет круто. Элизабет? Ты там? Мне удалось попасть на второй этаж. Yes, I'm still here. Oh, hopefully you'll be able to find a way up to me now. But please be wary on the first floor. I know that my father and uncle devised all manner of dangers. Watch your step. Где мне искать на втором этаже? It's mainly guest rooms on that floor. The library too, and my father's snug. I'm not sure. Perhaps the library. Ой. С тобой есть еще кто-то на чердаке? I've not heard anything outside this door for a good while now. But I can still hear them searching around the other rooms. Take care, my Thomas. Сейчас не пугайтесь, сзади меня кто-то есть. Стоп. Значит, здесь кто-то есть. Вот за этой дверью. Так, ну, по карте цилиндр был где-то здесь. Поэтому, как только появится возможность, туда сразу же и пойдем. Журнал Исаака. Они все меня разочаровали. Мой олух-брат, похоже, подтвердил худшие из подозрений Элизабет после того, как она начала копаться в журналах нашего отца. Теперь она наотрез отказывается петь. Она оказывается учиться по записям песни следовать наследию своей матери. Должен быть другой способ, другой путь. Мы долго не протянем на остатках былой роскоши, возможно, сами записи. Быть может, получится придумать менее упрямое, но столь же чарующее решение. Иди ты в задницу, Юсак, понял? Псих конченый. Так, ну, если мне понадобится что-нибудь отрезать, а конкретно руки, то мы знаем, где это сделать. Угу, пока сюда не пойдем. Почему шаги прям вот как будто... Ну, вот за этой дверью, скорее всего. Я просто сейчас, пока вот мы это делали, вы слышали, да? Стрём вообще, страшно же. Так, надо найти осколки... О, господи. От этого домика. Вот, возможно... Да не, вряд ли прям здесь будет. Это нам еще откроют? А, это вообще лифт. А, ну да. Это лифт, скорее всего, мейн. Мы после него сможем спуститься в главный коридор, в нормальный лифт уже. Или за этой дверью, я не знаю, но когда мы говорили по телефону, я клянусь, я был готов повеситься в этом же... Как ты это сделал? Я извиняюсь, ни хрена себе. Тони не слышит вообще ничего. То он услышал меня сквозь стену. Как? Is this true, mother? Did you play a part in this madness too? I would believe my grandfather's ramblings insane, but for what my father has intimated of late. If it were not for what I have discovered myself. That our fortune is born from blood. The price we pay for the siren song. The same song you sang, mother. The song father now wishes me to learn. It is utter madness. And yet, it holds my father and my uncle, held even you in its thrall. What can I do? What should I do? I cannot give in to my father's demands. Not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking. Founded on a creature of myth. On a cult dreamt up by grandfather. A cult in which you served as its priestess. How could you?
No. No, I shall not. I will not be a party to this. There must be some means within my reach to stop this, to end all this darkness. Что ж, видимо, я буду этим заниматься. Так, закрытые двери, закрытые комнаты. Место, куда я почему-то решил все-таки не идти, а туда надо было идти. Давайте вернемся, посмотрим, что там все-таки. Да, ну конечно, теперь они пользуются эхолокацией. Теперь они понимают, где я на экстрасенсорном уровне, видимо. Я просто не знаю, сейчас тут будет закрыто или что-то типа того. Нормально, что тут стена выбита вообще полностью? Даже не по форме мужика, который периодически за мной ходит. Тут просто, видишь, что-то, наверное, лежит. Не такая важная комната с точки зрения сюжета, но тут есть записки. Мы нашли ее в разрушенном трюме судна Providence. Она была в железной клетке со стеклянными панелями, закрепленной толстыми цепями. Откуда она взялась, куда ее везли и для кого, я не могу сказать. Получив серьезные повреждения в результате крушения, нам посчастливилось найти ее в таком ужасном состоянии. Ибо если бы она начала свою песнь, наша гибель была бы неминуема. Через несколько недель, даже в таком ужасном состоянии, потому какое влияние ее песня оказывала на моих парней, да и не только на парней, даже на сознание женщин, я был уверен, что мы поймали саму песенная дочь Мельпомены, музу хора и трагедии. Что делать с таким созданием, обладающим подобной силой? Тот, кто слышал ее пение, казалось, попадал под власть ее чар и становился более внушаемым, начинал боготворить ее. Мне стало интересно, можно ли с ее помощью заманивать корабли. Но если бы был способ контролировать ее силу, выучить ее песню, мой старший Исаак предположил, что его невеста Пруденс готова попытаться и дал ей свое благословение на это. Какие же вы дебилы. Так. Привет. Уходишь уже? Давай гуляй. Так, я уверен, сейчас половина дверей будет просто закрыта. Проблема в том, что по-быстрому их убежать не получится, потому что эта скотина меня преследовать, блин, будет. Не, конечно, у меня все еще есть сферка. Сферка вроде как сильна. Давайте сначала направо. Знаете, почему направо? Не знаете, потому что слева цилиндр. А тут могут быть всякие штуки. Ну, вот кровь, например, да, и правда. О, карта. Ага. Тут этого и нет, оказывается. Интересно получается. Клёвая кровать, ребят. В Икее купили такую? Так. Ну, допустим. Не то чтобы цилиндр найти сложно без знания, где именно он находится. Тем более Элизабет подсказала, типа, библиотека. Надо найти библиотеку. А я, по сути, просто изучаю. Не знаю, тут могут быть предметы, которые нам помогут двери открыть. Не может же быть все так просто, что вот идешь в направлении, в котором тебе сказали, и... А! И победа. Ну, смотрите, тут есть растяжки. Блин, а растяжки такого же цвета, как и все остальное. И это проблема. Очень серьезная. Ручной маховик. Куда его применить, пока что... Не понимаю, ну, в смысле даже... Ну, вот, скорее всего, где-то он там нам и понадобится. Мы просто не видели пока таких мест. Я вылезу сейчас... Нормально. Сейчас вот с этой комнаты будет удобно. Типа, вот сюда зайдем, тут пройдем, вот так. Чтобы по коридорам этим не ходить, где эти твари.
Потому что, как я уже говорил, вот именно в подобных местах, где узкое, где с ними разминуться невозможно. Да, ты, он тебя не услышит, но когда ты в него врежешься, мне кажется, он поймет. Ты пика ничего более? Допустим. Поэтому искушать судьбу не будем, просто идем вперед. По тем местам, где это наиболее безопасно изначально. Ну, за ловушками надо следить, понятное дело. Правда, пока что не было еще ни одной ловушки, которая экшели могла меня убить. О, боже мой, вот... Знаете, вот эти ваши споры местные могут идти в задницу. Серьезно. Что это? Какие-то ружья, как будто, но это вообще не ружья. Луки? Занятно. Кораблик. Кораблик с какой-то загадкой. Возможно. А нахрена? А, прикольно. Очень прикольно. Так, я понял, что это место есть, что тут можно поиграть с колоколами. Мы чуть-чуть попозже сюда вернемся, когда эти уроды угомонятся и уйдут оттуда. Я все понял. Так, тут мы не пройдем. Тут мы тоже не пройдем. Больше всего в таких играх ненавижу красться без причины. Так, а тут что-то происходит. Там лежит осколок, по-моему, от карты. Ну, не от карты, а вот от этого круга. Один из трех, но тем не менее. Так, а мы сюда попасть вообще пока не можем. Скорее всего, где-то здесь есть люк. Причем он, видимо, вот тут находится. Есть идея с этого начать. Плохая, наверное, понимаю, но... Ничего не поделаешь, я психованный. Хотя нет, давай тут посмотрим, что есть. Блин, можно было бы вас как-нибудь убивать? Ну, это было бы, конечно, совсем, наверное, неинтересно. Просто я бы все... Я бы всех порешил сразу же. Типа, и чё тут думать? Убитый, господи. Ну, может быть, мне потом этот цилиндр как-нибудь прокачают, так, чтобы можно было, не знаю. Ну, тут ты, тебе туда. Угу. Чё ты встал, вот скажи мне. О, прикольно. Это примерно такое я хотел найти. Это музыкальный ключ. Это именно тот ключ, который нам был нужен. В подвале. И здесь, и на этом этаже, и в подвале он нужен. Там есть пара дверей. Но все же сначала сюда. Потому что здесь буквально больше некуда идти. Ну, кроме как вон там еще налево. Это, кстати, странно, потому что, видишь, я могу только пока один осколок тут вытащить. Либо другие осколки находятся вообще в других местах. Ну, либо я не знаю, пока просто непонятный момент. Я правильно понимаю, что это цилиндр? Что я иду... Ох ты ж, как... Видели, там лежит упрек Исаака Аврааму.
Брат, умоляю тебя, подумай, прежде чем поступить так опрометчиво. Мы вместе спроектировали и построили комнаты для убийств, чтобы накормить существо и профинансировать наши планы. Я не могу продолжать потакать твои склонности к бессмысленному уничтожению. Возможно, в прошлом это и было приемлемо, когда к нам в отель стекались гости, но сожженные тела и их влияние — это пустая трата времени, на которую мы больше не можем... Которую мы больше не можем себе позволить. Сак... Вот видишь, как надо было. Крутилка, здесь такая вкусняха лежит. Это что? Это проход в эту комнату. Что-нибудь здесь? Это, кстати, по-моему, мне не поможет. Тут, а, это другая дверь. Окей. Вот это круто прям. Поэтому, видите, да, растяжки есть, ловушки есть, но они меня убить-то и не могут. Так. Что я сделал? Я могу теперь там пройти? А почему? Там просто досками было все завалено. Ну типа там... Это здесь же? Или это первая дверь была доска? А, я открыл, да. Там доски это здесь, там решетка была. Так, а он продолжает долбиться, надеюсь, в стекло, да? Нет, не продолжает. Вот ты тварь. Ну ты сюда пойдешь. Не-не-не, давай. Развернись. Ты мне не интересен здесь. Господи, ты такой толстый. Ну и чё ты встал? Ты думаешь, я тебя боюсь? Давай только не сюда ты пойдешь. Ну какой ты прям вот нехороший человек. Хотя ты уже не человек, не знаю, кто ты. Как ты думаешь, если я вот сюда сейчас встану, вот так вот, он пройдет мимо меня? Вопрос по-другому построим. Все гораздо проще. У меня есть осколок. Я надеюсь, ты прям вот того стоил. Элемент сломанного фамильного герба. Один из трех, или сколько там, четырех. Так, теперь надо полностью возвращаться. Откуда красный свет этот идет? Откуда вот это идет освещение? Я понял. Я что-то... Я только сейчас об этом подзадумался. Думаю, какие-то странные местами подсветы такие. А фонаря нет. И ничего, в принципе, нет, что могло бы как-то, ну... быть источником света. Как так? Да как ты это сделал, а? Так, ну сейчас мы... Давайте вот сюда зайдем, что ли. Блин, ну вы думаете, я понимаю... Мне надо все позвонить, или мне надо в каком-то конкретном порядке это сделать? Вы мне... Дайте мне хотя бы изучить вот это все. Потому что явно то, в каком порядке, типа, я это сделаю, оно, наверное, как-то корабль откроет после... Ну, типа, я смогу нажать на кнопку. Какой тут может быть порядок? Это прям надо искать, видимо, в окружении. Но тут на корабле ничего явного нет. Вот тут на стенах, мне кажется, какие-то есть вещи. Ну, какая-то просто корабельная тематика, ничего выделяющегося. Рубрика эксперимента у нас на канале.
Я хрен знает, что я сделал. Элизабет, не вовремя вообще. Так, а где у меня... Давай вот с этого мы начнем. Элизабет прям очень вовремя позвонила. Как я буду с ней разговаривать в этой комнате? Меня там убить пытаются. У кого-нибудь есть ответ на этот вопрос? Так, а сколько у меня хилок, простите, осталось? Две еще, да? Нормально. Жить можно. Не помрем. Интересно, они, конечно, теряют прям максимально быстро. Так, какой из них там мы нашли? Я нашел какой-то красный осколок такой, вот этот, видимо. Ну, это нам пока что ничего не даст, к сожалению. Давайте сначала... Че, с Элизабет поговорим или как? Давай с Элизабет поговорим. Элизабет, комната на этом этаже, что это за место? Had I known that my father and uncle had created such vile tortures, such ways to murder. Как мне попасть к тебе, подняться на этаж выше? There is an elevator. More of my father's tinkering and engineering. But he made a complex lock, which requires four parts of our family crest to open. Wait. Someone's coming. Thomas, you have to hurry for both our sakes. А, наверное, поэтому про третий этаж говорила. Скорее всего, на третьем этаже я смогу найти оставшиеся осколки. Ну, либо здесь. Есть еще огромное вот такое помещение. Но стопудняк же один из осколков в этом корабле. Я вот уверен в этом. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Потому что вот этот корабль-головоломка, это вот нужно поражать на... Либо это просто звонилка, не знаю. Но там просто вопросик, это головоломка. Одиссея, песнь 12-я, перевод Александр Поуп. Сирена, Сцилла и Карибда. Прочитайте на паузе это, окей? Там есть какой-то очень прям косвенный, конечно, смысл по отношению к сюжету нашему, но... Ничего конкретного. Ладно, это было легко, это же настолько, настолько очевидно. Так, что это такое? Не хочу знать ничего. И вышел просто, прикинь. Господи, это настолько очевидный был момент, что типа, ну, в этом месте будет проблема. Оно настолько беспалевно висело сейчас. Зеленая дверь с фонографом. Пойдем сохранимся, кстати, давно этого не делали. Ну так, относительно давно. Oh, I despair at that child. Her willful insolence shall be the downfall of us all. Here we stand, at the edge of ruin, and yet we have the answer. Caged and bound in irons in the caves below the point. At the mercy of when I choose to provide it sustenance. And for what? For Elizabeth to refuse to sing its song? I'm not asking her to bring back my father's slavish cult. No! Just to help me reopen the hotel and restore its grandeur. Our family's grandeur. All she must do is sing
to lure them here in their droves. If not her, then how? There must be some other way, some method of using my recordings. But how to focus the effects without a singer to wield its intent? Вот это головоломка с кораблем, но там надо действовать быстро. На рандом там не протыкать. Надо знать точный ответ. Очень быстро прозвенеть, нажать на кнопку и, ну, скорее всего, с помощью сферы убегать. Шкатулка. Мне хоть какой-нибудь осколок достанется, типа, легко. Я знал, что это будет ловушка Джокера, причем буквально. Трип. Ага, я смогу найти здесь... И ничего не вижу. Могу найти здесь осколок, скорее всего. А, вот. Ну, сокола надо заткнуть. Тихо. Что это было? Мелок издает этот звук. Это вообще коллекционный предмет. Ноты Матильды Нортон. Давайте, кстати, проверим теорию. А, да, это третья нота из всех четырех нот, которые есть в этой игре. И тут нет осколка? Я в трип. Ничего не знаю, я в трип. Я в трипе. Все хорошо. Все в порядке. А как ты можешь попасть в мой трип? Это же был мой трип. Ну-ка, кыш. Моя фантазия. Вали отсюда. Вряд ли, правда, это фантазия. Это, скорее всего, реально комната, но... Я же понимаю, где я. Ну, вали отсюда. Ну что, ты раздражать меня теперь? Вот как мне так повезло, что я вышел, и он шел прямо на меня? В эту секунду. Вот теперь сидеть, ждать, когда он уйдет. С ХП еще проблемы, но дамажили меня немного. Уроды. Ты прикалываешься. Капец, это было долго. Так. И... Ну, а, ну конечно. Конечно, я вообще не с той стороны, где надо быть. Так. Извиняюсь за то, что, может быть, мешаю, просто пройти надо. Никак тут по-другому, только ползать.
Проблема в том, что я думал, это нам хотя бы что-то даст. А это в итоге была просто ловушка без осколка. Это прям обидно. Ну, продолжим пока что. Там он еще какая-то есть комната, как будто. Там библиотека. А в библиотеке цилиндр лежит. По известным уже причинам. И принципам. Ну, а там с левой стороны, наверное, можно будет найти еще осколок. А мне надо еще два же осколка, да? Типа два нашли только. А может быть, теперь надо вернуться туда? Может быть, теперь там вместо ловушки, которая приводит в трип, которая на самом деле телепорт в другую часть этажа, и там теперь типа все нормально, и там можно забрать осколок? А тут теперь ни хрена нет, интересно. Смотри, как получается, мы упали вниз и оказались в другой части этого же этажа. Занятно. Я все еще пытаюсь найти какие-нибудь подсказки для колокольчиков. Так, а почему мы сюда не проходим? Потому что тут все завалено. Так, а это библиотека. И тут цилиндр. Цилиндр мне просто так нахер не отдадут в жизни. Ну да. Ну, здесь находится... Ёшкин кот. Тут находится цилиндр, если верить, Элизабет. А, ну вон, да, вон там. И тут мужик ходит, естественно. А, тут осколок. Тут даже не цилиндр, тут осколок. Так, выйти с той стороны нельзя. Будем это знать. Как вы думаете, это один рубильник на этаже или нет? Но я там включил свет, скорее всего. Скорее всего, да. Не знаю, зачем они периодически вставляют эти звуки, когда ничего не происходит страшного на самом деле. Видимо, он что-то понял или подумал, что понял. Ну а, ну вот смотри, второй рубильник, смогу ли я его активировать сейчас? Хрен там, потому что надо сначала нажать... Господи. Вот такими кругалями бегать, серьезно? Вот это странно. Вообще, чисто технически можно фигануть... цилиндром, не цилиндром, этим, сферой. Оглушить их нахрен тут двоих просто и по-быстрому прям сбегать туда-сюда. Потому что мне сейчас надо там нажать на кнопку, вернуться, подняться опять наверх, для того, чтобы нажать тут рубильник, потом обратно вернуться туда, опять нажать на кошмар. Плохой геймдизайн, фу, плохой. Не, меня здесь нет, вали отсюда. Пошли обратно. Весело, ребят. Так, а я через это... Ну, в принципе, пройду, давайте так. На самом деле, не имеет вообще никакого значения, как именно я пойду. Это записка? Выделяется как-то. Не, это книги. Это целые книги. Весело, что пипец.
Ну, не, у меня никогда нету вопросов, типа, к подобным инди. Инди-хоррорам. Они, как правило, только такими и бывают. Я просто не знаю, у меня тайминг... Блин, вот он еще и туда пошел. Господи, какой ты... Какой ты противный. Хватит мне времени их стана на то, чтобы сейчас вот активировать рычаг. По-быстрому спуститься вниз. Я просто боюсь, что... А, ты вообще не сюда пошел. Я просто боюсь, что, например, вот этот придурок, во-первых, может развернуться, во-вторых, может заблокировать мне проход, и как бы да, он будет в стане, ничего вроде как не сможет мне сделать, но в то же время я не успею ничего... Ну, я не смогу пройти сквозь него. Тут спуститься нельзя, да? Пык. Где-то ж кукла есть. Шкукля. Шкукля где-то есть, шкукля. Я не помню, ты разворачиваешь? А давай пройдем здесь, там не надо будет с ним от него уходить. Так, подожди, то есть в библиотеке нету цилиндра, то есть Элизабет нам наврала. Ну, тут нет даже стульчика, чтобы тут был, мог быть цилиндр. Потому что вот на проекторе нам показывали какую-то все-таки левую нижнюю часть, как будто. Как будто. А, вот, наверное, вот тут цилиндр, может быть. Хотя вообще я смотрел на карту, по-моему, на проекторе, и там карта была совсем не такая второго этажа. Может быть, она показывала часть этого этажа. Что как бы тоже не исключено. А поведется ли он по звуку на открытие двери? Нет, да? А в другой раз придурки повелись на звук открытия ворот. Да возьми. Ну все, наши дела в библиотеке выполнены, можно отсюда уходить медленно. Как ты могла, Элизабет? Я тебе верил. Так, тут же тоже уроды ходят. Интересно получается. Осколок мы взяли. Ну, скорее всего, последний осколок просто в другом крыле, ну, типа, выше. По карте. Надеюсь, он нам как-нибудь достанется попроще, нежели чем вот эти два, потому что... Ну, первое еще ладно, там нас просто скинуло в канализацию и пыталось убить. Это нормально, к этому можно привыкнуть. И никаких вопросов конкретных у меня типа нету. Вот трип, который меня в другую часть карты увел, вот это другое дело. Меня постоянно так пугает, когда он так выдыхает, блин. А это не тот, это еще один ключ нужен. Может быть, с другой стороны зайду. А. Абсолютно бесполезная комната. Абсолютно бесполезная... Подожди. Ну да, абсолютно бесполезная комната. Как же заколебался на картонах ползать. Так, смотри, можем пройти сюда. А это библиотека, что ли, была все время? А. Ну ладно, может быть, тут было бы ближе. Я хотел сохраниться. Мне прям надо было.
Карту еще... Что еще в карте вы решили мне раскрыть? Что здесь комната? А, что тут комната еще есть? Ну, такое на самом деле. Я видел подсказки получше. Что еще тут есть, кроме этой комнаты, в которой, скорее всего, последний... Возможно, последний осколок. И что-то, что попытается меня убить опять. Растяжка. Которую нельзя не активировать. Или что? Я видел ее, я как бы пошел правее. Видимо, либо этот огонь можно как-то отрубить и потом пойти забрать эту куклу. Либо надо было быть еще более аккуратным. Я не знаю, ну а как просто? Вот я сюда зашел, через лево я бы никак не прошел. Вот я вот так вот пошел, и он все равно ее как будто бы задел. Шансов у меня не было. Ну, тут просто горит ванна, понятно. Так что вот я говорю, либо есть какой-то способ это дело отрубить, либо хз. У меня осколок один. Так, что-то тогда мы не догоняем сейчас. Может, в этой подсобке можно вырубить огонь? Я не видел никаких рубильников, там просто в принципе ничего нет. Ну, явно не в библиотеке, да? А кукла, она как бы прям вот тут вот за стенкой этой находится. Ну, вот это помещение, оно просто так здесь или что? По всему, да. Так, давайте-ка пойдем, наверное, тогда в главный. Не знаю, либо ключ надо где-то найти. Мне кажется, что вот эта вот фигня с кораблем все еще не решена, и это меня душит. Ну как ее решить, я не понимаю. Но ее нельзя на рандом прожимать. Ну это запретно вообще. Я не успею. Туда сбегается сразу абсолютно все. Здесь вторая такая ванна, кстати говоря. И тут был осколок. И тут вот этой ловушки с огнем нет, да? Ну мы что-то крутили. Ну блин, а то, что я крутил, я уже и не смогу, потому что все уже было использовано все равно. Ну-ка. Нет, все, тут закрыта уже эта ловушка, да. Вот, кстати, корабли есть. Два корабля даже. Вот это вот еще остается. Так, что ж, я думаю, что мы так вообще неплохо второй этаж исследовали. Тут еще остаются какие-то вещи. Тут все еще резать можно. Правда, учитывая, что я даже ничего и вроде как использовать там не могу, наверное... Это просто как демонстрация того, что, смотрите, тут можно умереть. Ладно, будем тогда, наверное, пока что на этом тормозить. Я подумаю, как наиболее адекватно можно решить вот эту головоломку с кораблем. Нам там либо дадут ключ, который позволит нам пройти сюда, либо нам дадут осколок. Либо я не знаю, в любом случае на этом пока что все. Поэтому, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся в следующей серии, всем пока.